Ниндзя! Да, yes, nice. Сегодня у нас коробка терминаторов хаоса. Новые терминаторы, давайте изучать. Интересно же, черт побери. Как всегда, члененка, ну как бог на душу положит. Тут у нас, значит, спина с куском ноги. Здесь, значит, нагрудник, кокошник встроенный уже. И тоже кусок ноги. Ну, ладно, бывает. На нагрудниках у нас, как всегда, какие-то у всех разные украшения. Ну, вроде как симпатичные. Спины, понятное дело, более-менее одинаковые. Тоже, блин, смотрю на это, конечно, немножко грустновато. Ну, ладно, это старческие брюзжания по поводу новой члененки. С этим-то все понятно. Так, здесь у нас, ух, какие черепки у нее классные. Еще одна спина, еще один нагрудник. Так, а последний, пятый у нас на другом литнике. Ладно, здесь у нас присутствуют heavy weapon'ы. Само собой, риперка, огроменная пушка, просто терминатор, да, и риперка. Риперка длиннее терминатора. Окей. И я, с одной стороны, порадовался, что коробку наконец-то ставили лепить к риперке сразу, потому что у меня много терминаторов, поверьте, и постоянно народ просто забывает их клеить. И риперки просто идут там на БУ-рынке уже просто здесь с дыркой. Потому что коробка где-то потеряна. Но, как бы, ребята в новой члененке сделали дырку сзади. То есть, вот этот вот барабан, он тоже как бы состоит из двух частей и сзади крепится. Ну, ладно, если это кто-то просвет, не так важно, потому что она где-то сзади будет, скорее всего. Торчать можно как-то скрыть, возможно. Также ничего не поменялось. Хэви-оружие у нас только риперка и хэви-флеймер. Ну, хэви флеймер, что с него, собственно, взять. Далее, у нас здесь есть немножко болтеров, и они здесь интересным образом теперь клеятся. То есть всегда есть рука с болтерной частью, но здесь всегда вторая часть открыта. И вы можете сделать либо комби-болтер из болтера, либо уже там что-нибудь комби-мельта и так далее. Но сейчас эти части мы увидим на втором литнике. Далее у нас есть вот такие вот смешные кулачки от кулачков и клавсы от клавсов. Тоже лепится, собственно, в содержимое, в зависимости от того, что вы хотите, в одну и ту же варежку. Вот она. Такая вот варежка. Здесь у нас, соответственно, свободное место. И вы либо лепите просто пальчики, либо длинные пальчики. Клавсы, если честно, выглядят убого. Это просто какой-то говнище. Прямо даже не буду сдерживать себя, оболью это по носам, потому что, помните, классные клавсы раньше терминаторов, а это просто позор. Ну, типа, что, он просто ногти не стриг давно, да, вот. Типа, здесь постриг, здесь не постриг. Грустно и печально это смотреть. Здесь также у нас есть Power топор. И как бы вы поняли, что он один, да? Даже объяснять ничего не надо, как всегда, грусть, печаль. Я просто смотрю на это, и слезы наворачиваются. Также у нас на этом литнике еще немножко болтеров, и у нас здесь трофи-паки. Трофи-паки стали поинтересней, но, тем не менее, забудьте о них. Если вы ни разу не клеили терминаторов, просто поверьте мне, трофи-паки вам не нужны. И они крепятся вот сюда на спину. Вот здесь, блин, как показать, чтобы фокус был. То есть, вот засечки для них есть. Ставите. Но, как видите, если трофи-паки будут отсутствовать, по сути, ничего не поменяется. Это немножко, конечно, не так, как раньше было. Там были такие бороздочки, которые вообще смотрелись здесь и без трофи-паков отлично. Но и здесь, в принципе, тоже никто не заметит, если вы это не поставите. В общем, это по желанию и не желайте. Это вам не нужно, друзья. Просто игнорируйте присутствие трофи-паков в этом наборе. Да, и в других тоже. У нас есть для нашего чемпиона голова.
Но мы знаем, что чемпион вообще никак не отличается от обычных пацанов терминаторов. Там у него даже какой-то закачки особой нет. Они все берут все, что хотят. Это же терминаторы. Но как все, что хотят? Все, что нам дало ГВ. А ГВ нам дало, как вы видите, немного. Даже как бы базовая закачка. Чейнексы. Вы не можете сделать. Он только один. Если вы хотите, чтобы у вас в наборе были все закачки, или хотя бы базовая, идите к Space Marine. Вот там примрисы прям от закачек, от обилия их, даже не знают, куда себя девать. У нас здесь базовая закачка Chainx, он один. Что хотите с этим, то и делайте. Зато появился, смотрите, меч. В прошлом наборе терминаторов и это не было. Просто не было меча. Ну и Chainx не было, но их и раньше не было, если честно. Вот, у нас есть также булава. Булава раньше была, но как бы тоже одна. У нас есть кошмарнейший Chain Fist. Ну вот, смотрите, типа, это перчатка от Power Кулака, от силового кулака, а это от Chain Fist. Ну да, я, конечно, не сравниваю с шикарнейшим Chain X лорда в терминаторском арморе, но тем не менее, это... Ну, как будто, не знаю, у нее загнулось что-то или висит, как будто какая-то тряпка кожаная там с зубчиками. Сюда вы еще этот клавсы, ногти не стриженные, ставьте, и будет вообще шикардос. Ну, короче, не знаю, вот новый Chain Fist мне вообще не понравился. Так, а парни, которые здесь, видите, у него тряпочка, там опять черепочки, ножки отдельно, ручки отдельно, вот его спинка, и вот ноги идут для разных парней дополнительные. Опять же, кулачки разные. У кого-то пальчики уже есть. Ну и, кстати, пальчики для как раз клавсов. То есть Lightning Claw, вот только с этими пальчиками. Что несколько странно. Ну, то есть с этими перчаточками. И вот у нас как раз на другом литнике находится барабан на триперке. Потеряете? Легко вообще. Болтеры, кстати, прикольные. Периодически. И я вам обещал показать другие комби-части. Они очень похожи на комбики из Ереси. Огнеметики эти прям... У них такая еще баночка на один раз дыхнуть. При том, что теперь комбики не одноразовые, это еще более смешно выглядит. Ну окей, налепили. Есть две комби-мельты. И почему-то одна комби-плазма. Вот два флеймера, которые никто ставить не будет. На терминаторов особенно, которые выпадут и даже пожечь не смогут. А вот комби-плазма одна. Хотите чего-нибудь хорошего? Не в этой вселенной. В этой вселенной хорошее нужно выдирать у противника силой с его хладного трупа. А здесь так вот вам одна комби-плазма, и то хорошо. Естественно, наши офигительные шлемы. Ну, как офигительные? Вот на них заметно, что терминаторы какие-то немножко ужались. Ну, то есть, все толстеют в этой вселенной, а они, наоборот, как бы следят за собой, за своей формой, постоянно посещают фитнес там туда-сюда, потому что, ну, раньше прям такие прям огромные клыки у них, бивни там, бошки такие, а теперь так все маленькое, небольшое. Это как-то не очень заметно на самих телах, но вот головы стали какие-то маленькими. Ну, окей, что поделать. Так, еще немножко болтеров туда-сюда. Наплечники. Заканчиваем мы наплечниками. Они, в принципе, симпатичные. Ничего особо не поменялось. Все еще один у нас свободный. Вот эмблему легиона или там чего, варбанды. Второй чем-то у нас заполнен. Но вот как бы для чемпиона оба заполнены, соответственно, черепками. Хотя, а, вот, да, если у вас не чемпион, есть отдельный свободный наплечник. Продумано, прикольно. Во многом, конечно же, по сравнению с прошлым набором терминаторов, это шаг вперед. Потому что раньше у нас просто отсутствовали некоторые закачки. Их, в принципе, не было, неоткуда было взять. Нужно было что-то придумывать. Те же комби-плазмы, например. Теперь, как бы, комби-плазмы официально есть. Но все еще, как бы, вот, я же разные наборы вижу. Вижу наборы примрисов, в которых есть все закачки, ну, в большинстве.
А здесь, я понимаю, сложный набор. Как бы Терминатор может взять и то, и сё, и пятое, и десятое. Все пять Терминаторов могут взять все, что угодно. Ну хотя бы по две каждой опции. Ведь такие наборы мы тоже видели. Те же Девастаторы у Space Marine. А здесь как бы еще накладывается то, что, ну вот, один топор. Даже если ты его скопируешь с помощью той же синьки и зеленки, у тебя все топоры эти будут одинаковые. Это не важно, например, в случае плазмы, но в случае какого-то холодного оружия, которое держит рука, это уже как бы становится более важным. При этом у них крепление рук я, к сожалению, не показал, но вот сейчас включу. Дело в том, что у каждой руки есть направляющие. Видите, как бы луковка такая. Что означает, что к телу она ставится под конкретным углом. И чтобы поменять угол, под которым рука стоит, нужно как минимум вот эту луковку сначала срезать. И опять же, я вообще не понимаю вот эту новую тягу ГВ к монолитным позам. Вот типа этот конкретный чувак должен стоять именно вот так у всех. Поголовно. Чем, спрашивается, мешало старое творческое разнообразие, когда ты мог вертеть части тел как тебе угодно? На мой взгляд, это дикий шаг назад, который непонятно чем обусловлен. В общем, с одной стороны, миньки становятся все красивее и красивее, но с другой стороны, хоббист внутри меня воет на луну и предсказывает, что грядет минька-апокалипсис. Ну а если вдруг вы подустали от моего старческого брюзжания, хотя с чего бы это, то расскажу-ка я вам бэковую сказочку, что же это за такие терминаторы хаоса. Терминаторский доспех, как должно быть вы знаете, это самая крутая броня, которую может носить пехотинец. Крутая она именно в том плане, что может защитить своего владельца практически от любых атак. В терминатора нужно стрелять таким оружием, которым обычно пытаются вскрыть танки. Десантники в терминаторской броне — это элита ордена, или в случае хаоситов — не распавшегося еще легиона или варбанда. Их конек — жесткий агрессивный штурм с помощью телепортариума или злокозненных заклинаний какого-нибудь колдуна. Они приносятся прямо в сердце позиции противника и там, например, хирургически точным ударом отсекают высшее командование противника. Естественно, в таких оппортунистских миссиях хотелось бы иметь более серьезную защиту, нежели могут давать обычные силовые доспехи, и терминаторские доспехи с этим справляются. Само собой, так как это элитные войска, в рядах хаоситов те, кто являются владельцами терминаторских доспехов, как бы считают, что они выше других. И используя эти доспехи, давят на остальных членов варбанды и вообще творят, что... Я не могу эту чушь повторять, потому что, ну, сами понимаете, в доспехе они обряжаются только когда идут на какую-то конкретную миссию. Они же не ходят в них постоянно. В обычной жизни они в каких-нибудь трениках, в олимпийке, в тапочках. На кого они там давят? Да, они владеют крутым доспехом, но вернее им доверили его обслуживать и носить. Но как бы в остальной жизни, когда как раз происходят всякие социальные трения, доспеха-то у них как раз нет. К тому же, терминаторские доспехи — это как бы артефакты, это древняя броня. Большая часть технологий, которых уже утеряна, — это мощные, драгоценные инструменты войны, запас которых практически невосполним, особенно для хаоситов. Если доспех не снимать, все время в нем находиться, представляете, как быстро это выжжет весь его ресурс, и уже на войну ты будешь идти с доспехом, который, ну там, что-то это не работает, что-то это уже все отваливается. К тому же десантник в терминаторском доспехе испытывает некоторые... так сказать, неудобства. Ну, сами подумайте, это же огромный шкаф. И делать какие-то обычные бытовые дела в нем, ну,
просто невозможно. Поэтому, когда в Бэке или в книжках от БЛ, когда какие-то безумные авторы пишут о том, что там десантники постоянно находятся в этих терминаторских доспехах на борту своей баржи, я даже не знаю, мне просто стыдно. Стыдно за людей, которые не хотят думать. Ты лайк поставил и подпишись.